Завершили расследование уголовного дела в отношении таксиста мобильного приложения. Специалисты установили, что 33-летний магаданец совершил развратные действия с подростком. По версии следствия, днем 22 января мужчина вез 13-летнюю девочку в областном центре. В ходе поездки мужчина узнал от 13-летней девочки о ее возрасте, а затем завел с ней разговор на сексуальные темы, прикасался руками к потерпевшей и просил продемонстрировать интимные части тела. А действия фигуранта, несовершеннолетняя и ее мама сразу же сообщили в полицию, что позволило сотрудникам уголовного розыска оперативно установить злоумышленника, а следователю регионального управления СКР незамедлительно возбудить уголовное дело и задержать мужчину по подозрению в совершении указанного преступления. Следователи собрали достаточный объем доказательств. Уголовное дело передали в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. На данный момент обвиняемый под стражей.